Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас очередная новость на канале. Xiaomi Mi Mix EVO появился в Geekbench. В октябре прошлого года компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix, который запомнился в первую очередь благодаря своему необычному дизайну, а также мощной аппаратной начинке. Теперь в интернете появилась информация о том, что Xiaomi планирует представить обновленную версию Mi Mix с улучшенными техническими характеристиками. Аппарат под названием Mi Mix EVO уже появился в Geekbench. Набрал он следующие результаты: 1918 баллов в одноядерном режиме и 5689 баллов в многоядерном режиме. Судя по данным бенчмарка, особенностью Xiaomi Mi Mix EVO станет процессор Qualcomm Snapdragon 835, который будет работать в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Вероятно, внешняя новинка будет идентична обычному Mi Mix, а по технической части могут быть и другие изменения, помимо процессора, к примеру, улучшенная камера. Более подробную информацию о Xiaomi Mi Mix EVO, как ожидается, можно будет получить в ходе предстоящей выставки MWC, которая стартует в конце февраля текущего года.